Всем привет! Привет! Меня зовут Даник. Сегодня мы будем открывать мистера Зубастика. Вот этого парня Даник прозвал мистер Зубастик. И сегодня мы будем ему чинить зубы. Посмотрим, что есть в наборе. А в наборе есть пинцет, зубная щетка, сверло, зеркальце и набор для изготовления брекетов. Давайте скорее открывать. Ух ты! О, зеркальце. Ух ты, вторая часть головы. Что там еще? Ух ты, батарейка есть? Сверло, да? Ух ты, формочка для зубов в виде зуба. Штучка для брекетов. Ух ты, и много пластилина. И инструкция. И еще что-то. Инструкция, еще какие-то бумажки. Все, там больше ничего нет. Сюда нам нужно вставить батарейку. Потому что не работает наше сверло. Наша дрель для зубов. Держи. Одна батарейка. А вот вторая. Ух ты, работает? Ух ты! Ух ты, какое сверло! Щетка. Там есть щетка. Сюда вставляется зубная паста, да? А это вторая часть головы. Вот, сюда вставляются зубы. Это небо. Здесь язык можно сделать. А это нижняя часть головы. Ух ты, какой классный! Я не знала, что он так. Ам-ам-ам. Я кушаю много сладостей. И плохо чищу зубы. Поэтому у меня нет зубов. Зеркальце, пинцет. Чик-чик-чик-чик. А это формочка для зубов. Здесь два вида. Это задние зубы, а это передние. Красота! С помощью этой штуки мы будем делать брекеты. Тут есть какой-то листочек. Для чего это? Даник, знаешь, чего не хватает тут? Чего? Тут не хватает укола, чтобы анестезию ему делать. Если вдруг надо будет зубы сверлить. Без анестезии нельзя. Сделайте мне уже поскорее зубы. Здесь у нас есть три баночки белого пластилина для зубов. Красный пластилин, это, наверное, для языка. А для чего нужен зеленый? Вот никак не пойму. Для листочков, гляди. Для зубной пасты? Ух ты. А для кариеса мы взяли отдельную баночку черного Play-Doh. Для начала сделаем нашему пациенту язык. Нам понадобится вот такой вот красный пластилин. Закрываем. Ух ты какой! Зубастик очень голодный. Мистер Зубастик очень голодный. Такой голодный, что готов съесть свой язык, да? Аккуратно с языка уберем лишнее. Ой, ой-ой. Вот такой язычок получился у нашего Зубастика. Красота! Давай! Достаем белый пластилинчик. Так, кладем его сюда. Какие у него белые зубы будут. И потом что-то с ними случится. А где передние? Ты знаешь, что такие белые зубы бывают у голливудских звезд, Даник? Не бывает таких по-настоящему белых зубов в природе. Укладываем пластилин и закрываем. Опа, что там у нас получится? Зубки, зубки. Ух ты, там, по-моему, много лишнего получилось, да? Да. Вот такие зубки получились, а? Это передние зубки, а это задние зубки. Вот так. Да.
сюда, это сюда, вот так. А это задние зубки. Сколько у него зубов всего? Ну-ка, давай посчитаем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. И сейчас мы сделаем еще зубки. Нам нужно сделать много зубов. Да, Даник? Для мистера Зубастика. Для мистера Зубастика, чтобы он мог кушать нормально, да? Да. Поубираем лишнее. Все, можно ставить зубки на место, да? На их место. Я думаю, это передние ты сюда поставил. Так. Да. Получается? Мистер Зубастик, он голодный. И у мистера Зубастика прибавилось еще зубов. Тут есть квадратики побольше, а есть квадратики поменьше. Квадратики побольше. Да, почисти обязательно, чтобы у него были белоснежные зубы. Самое главное, чтобы здоровые были, да? Да. Без дырок, без всяких, без кариеса. Это сюда, да? Ага, супер. О, нижняя челюсть готова. Супер. С нижней челюстью у нашего зубастика все в порядке. Теперь нужно делать верхнюю. Еще немного, и у зубастика будет полный комплект. Опа! Две банки белого пластилина мы уже закончили. Хорошо, что осталась еще одна, да? Ну вот и все. Сделали все зубки нашему мистеру Зубастику. Теперь можно что-нибудь такое с ними сделать. Представляешь, Даник? Он не может рот теперь закрыть. А-а-а! У него выпадают зубы у бедолаги. Уберем лишние зубы. О, смотри, а вот так он уже закрывает без лишних зубов. Сзади я убрала зубы. Ой, и он уже закрывает. Давай все поставляем назад. Тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык. Здравствуйте, мистер Зубастик. Здравствуйте. Зачем вы пришли на прием к доктору Данику? Мне надо зубы проверить. Так, откройте рот. У вас же кариес! Вам нужно срочно пойти к доктору Данику, чтобы он ваши зубы вам вылечил. К вам пришел мистер Зубастик. Теперь нужно каждый зубик полечить. Сначала Даник проверяет зубы со всех сторон с помощью специального зеркальца. По-настоящему же человек не может так рот открыть, правильно? Поэтому нужно это зеркальце. Есть у него много кариеса. Очень много дырок, да? Будем лечить. Давай. Сейчас мы посмотрим, как вы будете лечить. Доктор Даник. Доктор Даник убирает кариес. Ой. У мистера Зубастика. Это серьезная работа. Очень-очень важная. Так. Ой. Очень серьезная работа у нас тут идет. Доктор Даник, оставьте немного зуба. Ничего, ты потом заклеишь. Мы потом пломбу поставим, да? Да. И будет все нормально. Чистим второй зуб от кариеса. Да, ох, какая глубокая дырка там, а? Ох ты ж, ох ты ж. Ничего себе, ползуба съел кариес, а? Обалдеть. На какие серьезные решительные меры идет врач. Так, супер. Еще зубы. Он не боится этого? Мы ему анестезию поставили, да? Давай дальше.
убираем дальше кариес. Вытаскиваем кариес. Вернее, убираем. Врач убирает кариес. Вычищает его. Он очищает зуб от кариеса. Все в порядке? Нет. Еще кусочек остался? Так. Идем дальше. Может, не с этим? А с чем ты хочешь? Да, можешь сразу так, да. Ух ты. Вы просто мастер. Ух ты! Смотри, сразу аж кариес отлетел. Увидел щипцы и убежал. Ой! Теперь доктор Даник будет ставить пломбы. Да? Теперь дырки нужно закрыть специальным материалом. Поставим пломбы на каждом зубе, в котором был кариес, да? Вот так. Отлично. И сюда поставим пломбу. Красота. Тут вообще глубокая дырка была, да, в этом зубе у него? Да. Сегодня обошлось без удаления. Ура! Чтобы не было дырок, надо хорошо чистить зубы. А вы мне покажете, как надо? Да. Нужно положить немного зубной пасты на щетку. Вот такая волшебная зубная щетка у нас есть, а? Круть. Держи, Даник. Сейчас Даник будет показывать, как чистят зубы. Со всех сторон зубы чистить надо. Правда? Да. Сзади тоже. Сзади обязательно просто. Класс! Спасибо! Пожалуйста, не забывайте чистить зубы. А вы хорошо чистите зубы? Смотри, Даник, какие красивые зубы у этого мужчины, а? Ровные. А что же делать людям, у которых зубы не ровные, а вот, например, такие? Смотри, кривые. Бывают же такие люди, да? Конечно, бывают. Что делать вот таким вот людям? Вот надо поставить им брекеты. Брекеты, да? Поставим нашему мистеру Зубастику брекеты, да? Чтобы выровнять ему зубы. А брекеты мы сделаем с помощью вот этой вот штучки. Здесь есть специальные формочки для того, чтобы мы могли сделать брекеты. Для этого нам понадобится зеленый пластилин. Вы знаете, что зубы могут двигаться во рту? Благодаря этому зубы можно выровнять. Вот такие вот квадратики мы сейчас будем клеить на зубы нашему пациенту. Ух ты, как здорово получилось! Теперь через эти квадратики нам нужно пропустить специальную проволоку, да? У нас вместо проволоки будет пластилин. Даник делает специальную такую полосочку, чтобы все это соединить.
А на самом деле по-настоящему прицепляют специальную проволоку, которая называется проволока с памятью. Эта проволока, она помнит, как она была скручена до этого и возвращается к своей первоначальной форме. Вот, например, если проволока раньше была такая, и сделать ее вот такой, например, вот такой, она все равно придет в свою первоначальную форму, какой она раньше и была. Как? Ну, есть такие проволоки, которые называются проволоки с памятью. Супер! Вот, смотрите, со временем все зубки из-за проволоки становятся ровными-ровными, они все выравниваются. И получается вот красивая голливудская улыбка. Спасибо! Ну вот и все, все наши процедуры на сегодня закончились, и мы с вами прощаемся. Если вам понравилось видео, ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал. Пока-пока! Пока!